День Победы, как он был от нас далек, когда стрела большим таял уголек. Звезды обгорелые пыли, этот день приближали нам могли. В этот день Победы порох отрава. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы. Этот священный праздник – день общей памяти о тех, кто завоевал свободу Родины, кто ковал победу в тылу, восстанавливал страну из руин. Этот день со слезами на глазах, слезы радости, гордости, печали, к великой скорби. Мы видим, что с каждым днем все меньше и меньше тех героев, очевидцев и участников с нами в строю. Каждый из нас осуществляет себя с этой замечательной датой. Нет такой семьи, с которой бы не ушел кто-то на фронт. Нет такой семьи, которая бы не восстанавливала после войны нашу любимую Родину. И сегодня бессмертный подвиг, подвиг наших дедов лежит в основе нашего воспитания, воспитания молодежи, любви, преданности Родины. Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за мир, за жизнь, за светлое будущее. Искренне желаю вам добра, мирного неба над головой, радости, счастья, благополучия, достатка и процветания нашей любимой малой Родине. С праздником! Спасибо всем, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу. Спасибо вам! Великий подвиг
мы не забудем никогда. Спасибо, что под мирным небом живет любимая страна. Участники объединения ФОС номер один. Руководитель Валерий Александрович Миуский. Именно им предоставлена честь открывать парад на площади поселка. Учащийся 9 класса Матвеево-Курганской школы номер 1 Миуская Ольга. Знамя победы в руках учащегося 11 класса Матвеево-Курганской школы номер 1 Тышкевич Дмитрия. Ассистенты у знамени победы учащийся 10 класса Матвеево-Курганской школы номер 3 Федорик Артем и Костюк Владислав. Командир знаменной группы, учащийся 11 класса Матвеево-Курганской школы номер 1, Яковлева Диана. Несут ее учащийся Матвеево-Курганской школы номер 2. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наступит день, когда иссякнут списки, когда не станет встреч однополчан. Взметнувшемуся в небо обелиску шагнет один, последний ветеран. Еще чуть-чуть и оборвется нить. Он здесь старик, и хорошо в потомках успеть спросить, что значит слово «жить». В Матвеево-Курганском районе осталось 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них внес неизмеримую лепту в Великую Победу. Это наши защитники, наши герои. Ужаев Григорий Кириллович, Вдовинский Иван Павлович, Иванцова Любовь Яковлевна, Котлов Петр Степанович, Киричкова Мария Константиновна, Ланцов Павел Евгеньевич, Тарасенко Владимир Васильевич, Ткаченко Иван Никандрович. Дорогие ветераны, спасибо вам за сегодняшние дни. Сегодня на нашем празднике присутствует Ужаев Григорий Кириллович. Уважаемый Григорий Кириллович, сегодня все цветы, все аплодисменты вам. Вашу честь. Не все из защитников Отечества дожили до победы. Но живет в сердцах потомков память о тех, кто никогда не вернется с полей Великой Битвы, кто отдал своей жизни ради счастья других людей. Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто защищал нас, спас от фашизма, принес мир народам. Мы учимся у них стойкости и верности Родине. Никогда не погаснет в наших сердцах свет победы и вечный огонь памяти. Война, он не дожил чуть-чуть. Да, смотрят его глаза в синие небеса. Кончил солдатский путь. Солдатский путь.
Почтить память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Победы!
организация «Юнармия России». Сегодня в праздничном строю учащийся Матвеево-Курганской школы номер 3, руководитель, преподаватель-организатор УБЖ Колесников Александр Викторович. «Юнармия России» создана по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. Лично Сергея Муженетовича Шойгу и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 1 июля 2016 года создано местное отделение движения «Юнармия» Матвеево-Курганского района. Пограничников сегодня представляют учащиеся Матвеево-Курганской школы номер 3. Руководитель, преподаватель, организатор УБЖ Колесников Александр Викторович. В учебном плане образовательных учреждений есть предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина своего отечества, социально-активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Это занятие по таким дисциплинам, как рукопашный бой, строевая, стрелковая, общая физическая, военно-прикладная подготовка. На площади в парадной форме учащийся Матвеево-Курганской школы номер 2, руководитель, преподаватель, организатор УБЖ Иванченко Алексей Алексеевич. Они, как и многие учащиеся школ Матвеево-Курганского района, участники военно-патриотических мероприятий, учебно-тренировочных сборов «Стрижи», военно-спортивной игры «Орлёнок», военно-спортивных соревнований среди девушек «Краса в погонах», военно-спортивных соревнований «А ну-ка, парни», соревнований по пулевой стрельбе с пневматической винтовки, учебно-полевых сборов и конкурса строевой подготовки. На площади юнармейцы, учащиеся Санбазовской школы, руководитель юнармейского отряда, учитель физической культуры Панченко Валерий Петрович. Образовательный процесс готовит учащихся к тому, чтобы они стали ответственными гражданами, активно участвовали в политической жизни государства и были способны многое сделать для своей страны. Мы те, кто не познал горечи войны, не слушал грохота орудий, не прятался от пуль и взрывов, не видел разрушенных городов и сел. Помним и будем помнить вечно. Девиз воздушно-десантных войск – «Никто, кроме нас». Эти войска представляют сегодня учащиеся Матвеево-Курганской школы номер 1, воспитанники военно-спортивного клуба «Русь», руководитель Биуский Валерий Александрович. В начале Великой Отечественной войны все 5 воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. В январе-феврале 1942 года была проведена самая крупная за годы войны Вяземская воздушно-десантная операция. Тогда в тыл немцев были выброшены около 10 тысяч десантников. И сегодня многие выпускники нашего района поступают в высшее военно-учебное заведение, желая связать свою жизнь с военной профессией. Уважение родине и ее ценностям начинается с раннего возраста, в дошкольных учреждениях. И сегодня в праздничной колонии воспитанники детских садов. Казаков представляет детский сад «Ласточка» и детский сад «Аленушка».
великие праздники. Звучит на улицах людей победа, победа. Мы все прошли через пламя и дым, погибшим слава и слава живым. Победа, победа. Мы верили, мы знали, победим. Снова мирное солнце взошло, салютуют сирени каштаны, и назло смертям и ранам счастье снова в каждый дом вошло. Нельзя забыть весенний этот день. Победа, за победа, ликующих на улицах людей. Земли, что в боях спасена, нет на свете дороже и лучше. Закури, солдат, и слушай, как звенит над миром тишина. Нельзя забыть весенний этот день. Победа, победа, ликующих на улицах людей. Победа. Через пламя и дым погибшим слава и слава живым. Победа, победа, мы верили, мы знали, победим. Нас огнем проверяла война, нас всегда разлучала с друзьями, но они сегодня с нами.
Продолжение следует...